Все подписчики, здравствуйте! Сейчас хотел показать вам одну разработку старую. Ей уже 30 лет, и до сих пор она живая. Это так называемый электрошокер импульсно-накопительного типа. Сейчас покажу, как он действует. Он заряжается от сети, от розетки, через два штырька, которые выкручиваются, через свое зарядное устройство, которое встроено в этот самый торец. Выкручиваются эти два штырька, и устройство готово к работе. Это импульсно-накопительный электрошокер. И чем он примечателен? Тем, что вся схема залита эпоксидным компаундом. То есть она герметична и не может напитывать влагу. Поэтому до сих пор живой. Это вещь. Используется как средство самозащиты или самообороны. Сейчас покажу, как она работает при включении. Включается, пошло накопление. И корпус защищен от выхватывания. Вот я разряжаю. Имитация. Видите, что он под напряжением. И тут же снова идет пополнение заряда. Показываю имитацию разряда на живом организме. Это картофель. Вот я разряжаю на него. Видите, тут же заряжается через накопительный электрод. И разряд в воде. Вода имеет сопротивление тоже, но видите, идет и тут же накопление идет. Выключается устройство. Затем идет разряд накопительного конденсатора. Чем характерен этот прибор? Тем, что у нас были использованы все детали отечественного производства. И аккумуляторная батарея, которая сейчас уже не выпускается, собрана на 7 элементах D026D. Выпускались они у нас здесь, в России, на нескольких заводах. Сейчас уже не выпускаются эти элементы. Вот я раскручиваю и вытаскиваю само зарядное устройство. Вот оно из себя представляет вот такую компактную штуку из диода, гасящих резисторов, тумблер отечественный и батарея, которая помещена в кожух. То есть эти элементы набираются из D026. Вот дата изготовления, посмотрите, элемента. Это февраль 93 года. До сих пор еще живые эти элементы. И можно заказать, конечно, они выпускаются в других странах этого размера. Можно заменить на какую-либо другую. Но она до сих пор жива. Это никель-кадмиевые элементы, аккумуляторы, которые живут по очень долго. Срок вот 30 лет. Вот такая вот штука интересная. Выпускалась мелкими сериями в то время. И до сих пор вот экземпляры есть живые. Спасибо всем за внимание. Всего вам доброго.